Военная техника, разведывательная машина, советский штурмовик Су-25, ледокол и снегоочиститель, подспорье на гражданке. Служащие 83-го инженерно-аэродромного полка готовят музей под открытым небом. Подарок себе и городу комплекс создают в честь 80-летия части. Год назад командованием нашего вида вооруженных сил, военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, а также руководством города было принято решение на базе нашего полка поставить точку и осуществить мероприятие по окончанию и завершению строительства этого музея. На смотровой площадке лучшие виды вооружения. А это истребитель 4-го поколения. Здесь размещаются ракеты с лазерным наведением, высокоточное оружие. В небе серый ястреб разгоняется до 2500 км в час. Сейчас наводят лоск. Высадили молодые кусты, расставляют скамейки и урны. Вскоре ограду украсят табличками в виде миниатюрных истребителей. После прикоснуться к истории сможет каждый. Детям будет, я думаю, очень интересно. Когда откроют музей, я хочу выпустить детей в кабине пилота. Экспозицию откроют в конце лета. Аккурат в день военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.